Добрый день, дорогие участники группы Cambridge Teacher. Добрый день и добрый вечер всем нашим кембриджским учителям, всем тем, кто уже готовит к кембриджским экзаменам, и всем тем, кто только собирается к ним готовить. Пока мы собираем народ, хочу поприветствовать еще разочек всех. И напомнить, что сегодня мы с вами поговорим об очень такой больной, оказывается, теме для многих учителей, о том, как правильно разговаривать с родителями по поводу кембриджских экзаменов. Мы подождем еще буквально несколько секундочек, я настрою сейчас свой планшет, чтобы он четко хорошо стоял. Я думаю, что меня хорошо видно, по крайней мере, я себя вижу очень хорошо. Я надеюсь, что у вас такое же утреннее, яркое, хорошее настроение, как и у меня, потому что за окном у нас настоящая весна. Наконец-то, в конце марта, лучше поздно, чем никогда. Ну что ж, как обычно, я отключила комментарии для того, чтобы не отвлекаться на них во время стрима. Если у вас есть важный комментарий или у вас есть важный вопрос, касающийся темы сегодняшнего стрима, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения ВК. Я их буду видеть, я их буду отвечать по возможности сейчас. Если нет, то в следующий четверг мы встречаемся на вопрос-совет номер 4 выпуск, где я обязательно дам вам ответы, советы на ваши вопросы. Ну что ж, будем начинать. Итак, самое первое, да, вы четко должны владеть всей информацией о том, что такое кембриджские экзамены, о том, что это за методика вообще такая. Вы должны владеть, прежде чем идти на разговор вообще с родителями, да. Второе, что вы четко должны владеть, это форматами тех экзаменов, о которых вы будете рассказывать, да. Более того, вы должны подготовить информацию точнейшую, да, по CEFR, шкала изучения иностранных языков. Вы должны подготовить плакатик или рисовать это на доске. Я рисую на доске. Вот, сегодня у меня произвольная доска. И четвертое, что вы обязательно должны подготовить, это раздаточный материал. Что-то, что они заберут потом домой, обсудят в семье, посмотрят, где они могут найти дополнительную информацию. По завтра, уже сегодня я не смогу, а завтра к этому стриму, к записи этого стрима, я приложу вам, готовые уже есть буклеты у нас, готовые CFR шкала от Кембриджа, то есть такой раздаточный материал визуальный, который нужно не пожалеть денежку и распечатать для родителей, да? То есть это готовые буклеты от Кембриджа, значит, их существует два. По крайней мере, я пользуюсь двумя. Первое — это по Young Learners, там определенный дизайн, да, то есть родитель открывает, он видит вообще приблизительно так поверхностную информацию о том, что это за экзамены, но самое главное, что у него есть ссылочка, куда он может пойти и больше об этом узнать, да. Что касается подростков, то там я другой буклетик использую, там более про квалификации все эти расписано, да. Вот, тоже я считаю, это очень важный момент, потому что если вы не дали родителю что-то домой, он пришел и забыл, грубо говоря. Теперь вернемся немножечко в предысторию, да. Значит, что я хотела сказать вам по поводу предыстории, да, что я, например, не сапожник без сапог, да. То есть у меня детки, личные мои детки, эти экзамены все сдают с экзамена Starters. И в этом году мой сын, который в 9 классе, он будет сдавать FCE, июнь, да. Это моя безумная гордость, и мои дети, вообще у нас правило такое, да, это о чем я вам весь бэкграунд как бы рассказываю. Например, у меня правило такое, что все дети ведущих, у нас не называются учителя, поскольку у нас кембриджский клуб, да, у нас ведущие, все дети ведущих занимаются у нас обязательно. Во-первых, мы самое лучшее место в городе, где можно действительно освоить английский язык по-настоящему, мы единственное место в нашем регионе, не лучшее, а единственное место в регионе, где можно получить доказательства того, что ты знаешь английский язык, и не на минуточку, не просто доказательства, а сертификат международного образца от самого Кембриджского университета, не какой-то там Псков ГУ, скажем так, да, вот, и эти дети, понимаете, то есть когда родители уже по-другому относятся, когда ваши личные дети тоже добиваются каких-то успехов определенных, да, и дети ваших преподавателей, учителей, ведущих, как вы их там называете.
Еще что я хотела про бэкграунд сказать, да, что у меня, например, я вообще не допускаю детей на занятия в группы, как бы они мне не были нужны, там вот, допустим, у меня группа вот-вот начнется, но мы ждем одного детенка. Я не беру этого детенка в группу, он не может начать с нами заниматься до родительского собрания. После того, как родители придут, родители послушают, что это такое вообще. То есть у нас родительское собрание состоит из двух частей. Первое – это орг-моменты, их читает, как правило, мой заместитель или директор определенного филиала, где он рассказывает про пропуски, отработочки, бла-бла-бла-бла, сколько что стоит и так далее, как оплата происходит. И потом иду я, то есть это большая политика партии, вот именно эта часть о том, что такое официальный центр по подготовке к кембриджским экзаменам, как связан вообще Кембриджский университет и мы, наш регион, наша, там, я не знаю, наш небольшой 80-тысячный городок, да, как все это связано и так далее, то есть вот всю большую политику партии конкретно рассказываю им я. Вы знаете, у меня никогда не было, вот сколько лет я уже работаю, страшно даже сказать, после этих собраний никогда у родителей не оставалось сомнений вообще, куда водить, да? Никогда у них не оставалось сомнений, нужно ли нам сдавать эти экзамены и вообще зачем они нужны. Вот, поэтому я вот решила как бы поделиться с вами, почему я во время того, как делала рассылочку по поводу этого стрима, писала, что 99% родителей у меня согласны и сдают деньги на экзамены, и дети сдают экзамены, потому что всегда в последний момент у некоторых что-то происходит, да, то есть, ну, это может быть, ну, один детенок из всех, и все там 40 человек, которые сдают там старшерс, допустим, да, вот, вы знаете, даже во времена ковида это абсолютно, во времена локдауна это абсолютно никак не повлияло на кандидатов, которые сдают, как бы, кембриджские экзамены у нас в клубе, вот. Кроме того, у нас в клубе такая система, что мы занимаемся только этим. То есть мы не занимаемся бизнес English, мы не занимаемся подтягиванием школьной программы, мы этим не занимаемся. То есть изначально, когда приходят родители, изначально, когда приходят дети, мы им говорим, ребята, мы учимся, смотрите, по кембриджским учебникам, по оксфордским учебникам, потому что мы их будем выводить на международный стандарт. Международный стандарт – это Кембридж, поэтому welcome. Вот, и никогда, говорю, после родительского собрания, после откровенного и впечатляющего impressive такой talk с родителями, ни у кого не оставалось сомнений, все водят деток к нам с удовольствием. И waiting list реально, waiting list у меня на следующий год пишется уже прям вот конкретно. Вот, поэтому я хочу сегодня раскрыть вам не то чтобы секретики, а просто рассказать, как я это делаю, как я разговариваю с родителями, какие убеждения на них действуют, понимаете? То есть у меня есть опыт разговора с родителями египетскими. Вы же понимаете, что это арабская страна, совсем другой менталитет. У меня есть опыт разговора с родителями украинскими, да, где, казалось бы, тоже не крутятся большие деньги. Вот. У меня есть опыт, вот уже, слава богу, много-много лет, ну, много-много, сколько, 5 лет, с российскими родителями, да. И, в принципе, я могу сказать, что на любого родителя действуют одни и те же, в общем-то, уговоры, да? Вот, поэтому я хочу буквально несколько сегодня вам дать таких основных моментов для того, чтобы вот, ну, которые реально вот влияют как бы на понимание родителей, да? Вы знаете, я недавно смотрела кембриджский вебинар о том, как разговаривать с родителями. Вот. И сегодня буду смотреть вторую часть этого вебинара, то я смотрела про Young Learners, буду смотреть про 2B1. Ну, в общем-то, наверное, то, что скажу вам я сегодня, будет более убедительным и более практичным. Вы знаете, моя фишка в том, что никакой воды, все конкретно, все по делу. Поэтому приготовили ручки, бумажки и записываем основные моменты, которые нельзя упустить при разговоре с родителями. Это кроме того, что я вам сказала 4 пунктика, вам нужно выучить и подготовиться до того, как вы пойдете разговаривать с родителями, да? Итак, самое первое, с чего я начинаю родительское собрание, я говорю, что наш центр является официальным центром по подготовке к кембриджским экзаменам. И родители, мне нужно сейчас от вас буквально 10 минут вашего такого прям интенсивного внимания, потому что ту информацию, которую я вам сейчас дам, она важна не только
для ваших, наших детей, дети уже не только ваши, но и наши, поскольку они уже записались к нам, да? Но и вообще для вашего общего развития. Потому что жить в нашем современном мире, нужно обязательно знать эту информацию, которую я вам сейчас расскажу. Она будет крайне полезна для вас, для детей, и вы, я верю, понесете это дальше в люди, в массы, и будем просвещать народ нашего города. Так, для бэкграунда еще скажу разочек, да, что у нас маленький городок, это 80 тысяч человек, причем большинство абитуриентов, наверное, 90% всех абитуриентов у нас уезжают из города, потому что у нас негде учиться, у нас есть только сельхозакадемия, у нас есть только институт физкультуры, в принципе, все. В городе больше, к сожалению, нет где учиться, поэтому дети уезжают, да, у нас такой триангл, мой городок, Великие Луки, да, Санкт-Петербург, Москва, и, в принципе, большинство почему-то уезжает в Санкт-Петербург, может, потому что мы территориально относимся к северо-западу России, вот, но есть те, кто уезжает в Москву, да, вот. Так, секундочку, сейчас и мысль пришла в голову сразу. Так, это то, с чего я начинаю разговор с родителями, да? Дальше, я им говорю. Вы знаете, многие люди в нашем городе, в нашей области, в России, в мире говорят, я говорю на английском языке. Они так говорят, да, я знаю английский, я говорю на английском. А доказательства есть у вас? Вы можете доказать, что вы действительно владеете английским языком? Так вот, Кембриджский сертификат – это в первую очередь доказательство того, что действительно ваш ребенок знает английский язык. И дальше я начинаю говорить о том, что такое вообще стандарты и как их понимать. Да? Второй пунктик нашей программы. Итак, что такое стандарты? Вы знаете, когда вы отдаете ребенка, там, допустим, на гимнастику, вы ожидаете, что через год ребенок будет уметь это, через два он будет уметь это. Или когда вы отдаете его там в спорт какой-то, да, то тоже, ну, в любой кружок, в общем-то, вы ожидаете, что через год он будет уметь это, через два это, через три это и так далее. Вот это и называется стандарты. Что касается английского языка, то эти стандарты устанавливает и следит за тем, чтобы они соблюдались, как раз-таки Кембриджский университет. Казалось бы, где Кембриджский университет, а где мы? Все очень просто. Кембриджский университет, он имеет специальный департамент, который занимается вот английским как иностранным. Он имеет представительство в каждой стране. У нас это представительство, соответственно, находится в Москве. И что они делают? Они помогают нам организовывать эти сессии, да? То есть организовывать эти экзамены. Кроме того, они оказывают нам полное содействие, они оказывают нам полную поддержку. Они нам предоставляют книги для учителей, они предоставляют нам плакаты, и так далее. В общем, это все, чтобы подготовить детей к этим экзаменам. Поэтому у нас и получается. То есть вот это тоже, вы знаете, дорогие преподаватели, это важный момент сказать, почему у нас получается готовить к кембриджским экзаменам. Потому что есть саппорт, да? Потому что есть полный саппорт, который только может быть от Кембриджского университета, да? Поэтому неважно, где вы занимаетесь. У нас в городе Великие Луки, в Питере, в Италии, в Каире, неважно. Вы все равно занимаетесь по программе Кембриджского университета, по одной стандартной программе, да? Что касается, вот, допустим, у нас в регионе, да, вот, то мы говорим, что такими же центрами по подготовке к кембриджским экзаменам являются, например, Институт Герцена, Институт Ломоносова и так далее. То есть мы, в принципе, с ними как бы, ну, почти на одном уровне, потому что у нас тоже более 100 кандидатов проходит каждый год. И так далее, да, так, и следующее, вы знаете, опасение у родителей у многих возникает, да, страх, все они помнят, к сожалению, и у кого есть старшие дети, да, то какой стресс и какой, через какую боль и стресс приходится проходить детям во время школьных экзаменов, поэтому мы сразу говорим, что кембриджские экзамены, несмотря на то, что они являются международного стандарта, то есть, казалось бы, сложными, правда, они в первую очередь очень-очень дружелюбные по отношению к кандидатам, по отношению к детям. Какой бы экзамен вы ни взяли, вы можете быть уверены, что он будет соответствовать абсолютно возрасту детей, ментальному развитию детей, темы будут в нем на говорение, на письмо, те, которые действительно интересны детям. Темы современные, потому что экзамены меняются каждые 4 года. Так, например, в прошлом году был изменен экзамен А2 и Б1. Как вы думаете, зачем?
Потому что вот у нас раньше мы писали, допустим, там письмо во время райтинга, а теперь мы пишем имейл. Понятно, по каким причинам, да, потому что мир меняется. Для Young Learners тоже были недавно введены изменения. Почему? Потому что появились новые слова для онлайн-вокабулярии, технологических слов много появилось, например, флешка, планшет и так далее, как бы, да. Вот, поэтому это и, с одной стороны, очень дружелюбные по отношению к кандидатам, во-вторых, кембриджские экзамены действительно готовят их к реальной жизни. Вот, то есть все задания, которые там даны, они все действительно помогают нам добиться хорошего, отличного, лучшего качества языка. И дальше сразу я перехожу на табличку. Я рисую на доске вот такую табличку, рисую ее сразу при родителях, да, и говорю им, потому что вот эта лесенка, как бы она у нас видна на всех наших вывесках, буклетах и так далее, да. И тут я начинаю родителям рассказывать о том, что существует шкала, международная шкала владения иностранными языками. Вообще, в целом, но в частности, мы с вами будем говорить об английском языке. Вот сколько уровней существует у нас, да? Самый маленький уровень – это уровень А1. А1, и здесь я пишу им слово «нач», начальный, да? «Нач». То есть, опять же, вы можете по-другому рассказывать про эти уровни. Я с вами сегодня... Цель моего стрима – поделиться, как я это рассказываю родителям, потому что все родители, которые приходят, они ничего в этом не понимают, а я помогаю им разобраться человеческим элементарным языком. А1 – это начальный уровень. Что такое начальный уровень? А начальный уровень – это не ноль. Это значит, что кандидат, те, кто сдают экзамены, те, кто претендует на определенный уровень, называются кандидаты. Кандидат, когда занимается 3-4 года углубленно, не по школьной программе, углубленно, тогда он может претендовать на уровень А1. На уровне А1 дети знают не меньше 600-800 слов. Они умеют говорить обо всем, что их окружает, на английском языке в настоящем времени. То есть они могут общаться на любые вопросы, которые касаются их окружения. Школа, семья, друзья, хобби, еда, свободное времяпровождение. Ну, в общем-то, все, что их касается в каждодневной жизни, в настоящем времени, кандидат умеет делать на английском языке. Да? А2 – это уровень базовый. Да? Базовый. Так вот, базовый уровень... Я ввожу так в кружочек, да, основные моменты такие. Так вот, базовый уровень – это самый основной. А для того, чтобы общаться достаточно на ломаном, но тем не менее понятном языке для всех, нужно иметь уровень А2. Чтобы вы, товарищи взрослые, товарищи родители, понимали, что такое уровень А2, это уровень такого уверенного туриста, да, который часто ездит за границу, который может сам сделать заказ по телефону, если его спросили дорогу, он правильно пошлет, и человек не заблудится. И, в общем-то, все, что вот вы сегодня на бытовом уровне говорили там своим детям, родителям, коллегам, если вы все это умеете делать на английском языке, то у вас уровень А2. После уровня А2 уже дети даже могут понимать носители языка, если те говорят медленно, да, потихонечку. Вот, и, в принципе, они свободно все операции в жизни могут делать на английском языке. После уровня А2 очень сложно... кандидатов, будь то подростки, взрослые, вытянут на следующий уровень. Они чувствуют, что им уже больше ничего не надо, потому что они и так прекрасно всех понимают, и их тоже все прекрасно понимают. Вот. То есть, вот базовый уровень – это самый такой вот базовый, элементарный, который нужен для общения на английском языке. Дальше. Следующий уровень у нас, про который мы поговорим, это уровень B1. Я его называю среднепродвинутый. Чем отличается уровень А2 от уровня B1? Да? Значит, в первую очередь стилями, жанрами. Здесь уже, если А1 и А2 – это достаточно бытовой уровень, то на уровне B1 кандидаты уже могут читать научную, различную литературу, не техническую, но тем не менее Википедия, допустим, да, там они могут ее осваивать. Они понимают фильмы, песни мы еще на этом уровне понимаем, но они уже понимают достаточно много аутентичных фильмов, книг читают различных, и художественных в том числе.
И при этом, да, у них много новых слов, но словарь они уже используют не англо-русский, они используют, соответственно, англо-английский словарь. То есть, если непонятно слово, они идут, и вот английское слово объясняется на английском языке. Показателем продвинутости, как я говорю, этого уровня, да, является то, что за 40 минут, представляете себе, за 40 минут кандидат должен написать 2 сочинения по 100 слов. При этом это черновик и чистовик. При этом он должен использовать фразовые глаголы, сложную грамматику, там, ну, супер-пупер. Вы знаете, когда первый раз у меня дети в прошлом году сдавали формат этого экзамена, я настолько переживала, и подростки тоже, потому что они говорят, мы по-русски не можем написать за 40 минут сочинение 2 по 100 слов, а по-английски смогли, потому что мы их обучаем не только языку, мы их обучаем стратегиям правильным. Поэтому нашим детям потом достаточно легко, без особых репетиторов и подготовок, даются школьные экзамены. Потому что стратегии, в принципе, одни и те же. И для русского языка в школе, как ни странно, для ОГЭ, ЕГЭ, особенно устный русский, да, и для английского тоже ЕГЭ и ОГЭ. Наши дети потом отлично сдают, потому что они знают язык, они знают стратегии. Мы их не готовим, родители дополнительных денег за репетитора не платят. Все, что мы советуем ребятам, первое, это решайте онлайн-варианты, чтобы понять вообще, как это все происходит. И второе, если есть какие-то вопросы, welcome, спрашивайте меня. Никто у нас не сдавал плохо потом ЕГЭ и ОГЭ, никто. То есть я веду эту статистику, город у нас маленький, поэтому все друг друга знают. И кто на что потом сдал, в принципе, тот же русский экзамен, я веду, что государственный экзамен, да, все это все знают. Так вот, следующий уровень, да, это уровень B2. B2, можно сказать, что это уже такой first certificate, да, то есть он такой уже достаточно профессиональный уровень, и кандидаты, у которых есть B2, они имеют право работать на английском языке в любой стране мира и учиться на английском языке в любой стране мира. У нас, например, есть ребята, которые после 9 класса поступают в колледжи Чехии, в колледже Финляндии. Так вот там при подаче документов нужен сертификат B1. У нас есть ребята, которые, у нас, я имею в виду в нашем клубе, да, у нас есть ребята, которые поступают в Таллин, поступают в институт Эстонии, там нужен B2. Прям в перечне документов сказано, кроме школьного аттестата, предоставьте нам еще, пожалуйста, и B2. Понятно, да, что там обучение будет все идти на достаточно высоком уровне как бы английского языка. Так вот, всем вам, товарищи родители, я желаю, чтобы дети пришли вот сюда. И я всем нашим детям искренне говорю, ребята, когда у вас будет B2, я уже буду вас звать к себе и приглашать преподавателями. Это истинная правда. Учить я научу вас, как преподавать, я имею в виду, да. А языку, смотрите, сколько лет надо учиться. C2, это самый высокий уровень, да. C2 уровень носителя языка, но это не просто носитель языка, да, это носитель языка не только который родился с ним, а это человек, который получил высшее филологическое образование, который умеет красиво, правильно изъясняться на своем языке, то есть это не троечник, который закончил 11 класс. Уровень C1, соответственно, идет между этим и между этим. Вот у нас, например, в клубе у нас всего трое преподавателей, которые имеют этот уровень C1. Но у нас остальные преподаватели имеют B2 и B1. Вы знаете, это очень правильно и честно, да, родителям говорить, на каком уровне у вас преподаватели как бы есть, да, потому что это не просто бла-бла-бла, а родители в любой момент скажут, что у вас есть об этом сертификат, да. Да, у меня есть сертификат, который подтверждает, что у меня C1, у этой B2, допустим, да. Это все очень правильно, это все очень честно, понимаете? Вот. И при этом я им говорю, что у нас, допустим, вот в этом году у нас 13 человек, 13 кандидатов, которых мы будем выпускать с уровнем B2. Вот. И дальше я спрашиваю у родителей, да, а где сейчас находятся ваши дети? Где сейчас находятся ваши дети? И, как правило, большинство родителей, как бы таких неамбициозных у нас с чувством юмора, они говорят, вот где-то ниже. Я говорю, так и есть, все правильно, спасибо, вы все правильно говорите. То есть у нас вот здесь вот есть ступенечка такая, да, которая Кембридж сейчас ей присвоила название Pre-A1. И я рисую бэбика здесь такого, поскольку рисовальщик я еще тот, поэтому бэбик у меня выглядит вот так. И я им говорю, спасибо, да, вот вы все верно говорите. Что такое Pre-A1?
pre – это как в русском говорим до, да, то есть до А1. Так вот, для того, чтобы получить до А1, кандидат должен учить английский язык 2 года углубленно. 2 года, да. И вот они, ваши детки. Они еще даже не здесь, но они уже идут сюда, да. Вот. И затем мы четко с ними уже идем по тому, вот это важный момент прям родительского собрания, да, где их дети сейчас и где мы хотим, чтобы они были, да. Значит, я говорю, вот Васе повезло больше всех, потому что он к нам вовремя пришел. Он пришел к нам во втором классе. А это значит, что в третьем он сдаст с нами pre-A1 starters, да. Дальше, товарищи родители, между каждым уровнем приблизительно идет 2 года. Приблизительно, да? То есть, соответственно, А1 он сдает у нас в 5 классе, да? А2 в 7, вы помните, что это базовый уровень, да? Б1 он сдает в 9, и к концу 11 класса у него есть все шансы и все возможности получить вот этот уровень Б2. А вот вы, родители Пети, да, у вас, к сожалению, самый печальный случай. Потому что Петя к нам пришел в 5 классе, пришел с нуля. И, к сожалению, таких деток вот в регионах, по крайней мере, много у нас, да. Вот. Соответственно, он уже не может сдать этот уровень. Он не может сдать этот уровень, потому что он уже не младшая школа, не началка. И до уровня А2 мы будем его тянуть. Дай бог, чтобы он успел к 9 классу. Да, то есть года 4, если он будет молодец, тогда он сдаст А2. К 11-му дай бог, чтобы он сдал Б1, и потом будет у него вся жизнь, чтобы получить Б2. Потому что после уровня Б2 язык учить уже не надо. Хочешь, пользуйся им, да? Для себя, для жизни, для дальнейшей учебы, для дальнейшей работы. С1 как бы и С2 нужен на самом деле, если только ты уже собираешься преподавать это дело, да? А так вот для работы в международных компаниях различных, как бы, да, то, конечно, нужен B2. Этого более чем достаточно. Вот. То есть, вот это важный момент разговора с родителями, когда вы им четко покажете, где их ребенок сейчас и где, когда он будет. Таким образом, вы их сразу настраиваете на продолжительное сотрудничество, с одной стороны, понимаете? С другой стороны, вы предотвращаете такие вопросы, как, например, а сколько лет нам надо ходить? К вам, да, допустим. Вы останавливаетесь тогда, когда вам нужно. Возможно, вам нужен только B1 и все. Возможно, вы хотите, чтобы ребенок овладел базовым и все. И этого достаточно. То есть вы останавливаетесь тогда, когда вы считаете нужным. Потому что эти уровни, они соответствуют нуждам. Нужно в колледж, там обучение на английском, значит B1. Нужно в институт обучение на английском, значит B2. Мы ведь все хотим, чтобы наши дети, это я уже как к родителям, да? Мы же все хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы, правда? Вот в нашу молодость, в наше детство, к сожалению, этой системы пока не было. А сейчас она есть, да? Поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность в нашем городе, единственная просто в нашем даже регионе и только городе, возможность дать им вот эту вот систему, понимаете? Можно оплачивать репетитором, просто репетитором, и ходить, просто ходить, там, выполнять домашние задания, ты-ты-ты, а можно платить те же самые деньги, потому что вот у нас, например, мы не завышаем цены, у нас очень даже средние цены в городе, скажем так, да, потому что мы берем количество, мы не берем, скажем, у нас много детей, поэтому нам нет смысла делать повышенные цены, да, мы берем количество детей, вот. А можно за те же самые деньги ходить к нам, при этом с удовольствием, интересно и эффективно осваивать потихонечку язык и доказывать степень владения каждый разочек, да, каждый разочек. И дальше я вот спрашиваю у родителей уже спрашиваю, да, как вы думаете, зачем нужно сдавать экзамен, извините, перебью вас, я забыла сказать, что каждому уровню соответствует один кембриджский экзамен, да? Как вы думаете, дальше я спрашиваю родителей, зачем лучше сдавать вашему ребенку экзамены сначала, а не сразу прийти на вот этот вот экзамен B2? Почему?
Ну, и, как правило, родители уже как бы входят в диалог, они уже немножечко понимают, о чем идет речь, и мы должны получить от родителей, да, или подсказать, навести их на мысль, что к тому времени, когда ребенок сдаст уже вот эти вот все экзамены, да, у него прибавляется опыт, во-первых, да, опыт успешный, потому что мы, например, я тоже сразу это родителям говорю, мы никогда не выставим группу на экзамен, если мы не будем уверены, что они сдадут. Поэтому, товарищи родители, если в момент, когда мы вам позвоним, вы должны быть очень счастливы, что наконец-то, товарищи родители, давайте готовьте деньги, это же не бесплатно все. Но уже, значит, ваш ребенок какую-то ступенечку освоил. Уже у него есть что показать. Уже вот-вот-вот-вот будет это маленькое новое достижение, да? Поэтому, когда мы вам позвоним, вы должны быть уже очень счастливы. Это значит, что уже есть что показать. Это значит, что он чего-то уже достиг. Вы не поверите, коллеги, вы не поверите, но у меня есть родители, которые прям обижаются, что мы не берем их сдавать экзамены. Прям реально, вот у нас пару групп в этом году, а почему наши не идут? А почему наши не идут? А мы что, хуже всех? А это как раз-таки вот тот вариант, когда дети пришли с нуля в пятом классе. Понимаете, вот они уже два года ходят, они уже видят, как сдают все вокруг, а эти все никак. Вот, тут уже мне приходится вариант другого родительского собрания, почему вы не сдаете. И когда вы будете сдавать, да? Вот. И дальше, следующий вопрос, на который я перехожу с родителями, да? Это, когда мы говорим, это мотивация, да? Когда мы говорим ребенку: Ариночка, учи английский язык, тебе это в будущем так пригодится. Скажите, Ариночка, много родителей может вас понять? Немного. А когда Ариночка приходит, и мы ведь детям тоже это рассказываем, ну, на их, правда, детском языке, да, там, адаптируем это все под них, да. А вот когда Ариночка приходит, мы говорим: Ариночка, тебе через два года сдавать экзамены, не просто экзамены на Кембриджского университета. Смотри, по каким книжечкам ты ходишь. А на всех книжечках у нас стоит эмблемка, да, официальные кембриджские материалы. Вот. Да. И они уже начинают готовиться. То есть для детей это более понятная цель. По мере того, как они готовятся к этому экзамену, да, они уже видят свои слабые стороны, они видят сильные стороны. Кроме английского языка и стратегии выполнения там определенных заданий, у них появляются навыки. Чем мне нравится кембриджская программа, почему мои личные дети делают это все, да, у них появляются навыки. Они настолько становятся умелыми, они настолько становятся опытными учениками, что это им потом здорово помогает и подтягивает даже в школьной учебе, не только в английском языке. И это тоже вот такая огромная ценность, это такой огромный бонус, который дети получают, когда они по вот этой кембриджской шкале потихонечку двигаются. Когда дети выскакивают с этого экзамена starters, все, они уже на самом себе деле чувствуют B2 вообще, то есть все, уже у них все получилось, у них расправляются крылья, да, у них вырастает корона на голове, they feel confident, да. Вот здесь очень важно потом нам, преподавателям, эту корону снять, крылышки немножко так опустить, ребята, это был всего, мы идем дальше, да, и правильно им, конечно, показать, да, где это и что это. Но потом Арина видит по этой шкале, куда ей идти дальше, понимаете, то есть дети тоже четко видят ступенечки, где они есть, где они сейчас и где они хотят быть. Во время вручения сертификатов, вот буквально неделю назад или две недели назад у меня было последнее вручение, церемония, и детки стартерс были у меня, да, то есть это было более 40 человек стартерс, успешно сдавших, конечно, там, да, и я им тоже: ребята, это только начало вашего пути, опять рисуем эту шкалу, говорю, куда нам надо прийти, спрашиваю детей, куда вы хотите прийти, они мне все кричат: C1, C1, я говорю: не, ну это, конечно, хорошо, но это уже не ко мне, B2, вот это максимум, куда я могу вас довести, вам этого хватит, то есть дети такие амбициозные, да, и вот каждый год, из года в год, я эту шкалу рассказываю родителям, в конце года рассказываю, да, куда мы дошли, где на следующий год мы будем, да, детям рассказываю в начале года: ребята, мы сейчас с вами вот здесь, в конце года должны быть вот здесь, и вот знаете, как ни странно, но вот визуально вот это все, вот оно у нас везде висит, вот это вот все, да, в буклетах, на вывеске, да, когда они видят это все постоянно, они четко видят мотивашку и дети, и родители, и так далее. Далее я говорю родителям о том, что к
кембриджские экзамены и наш кембриджский клуб – это индивидуальный подход. И родители, которые вводят к нам детей не первый год, не дадут нам соврать. Как я вам говорила, обычные нормальные дети, да, у них 2 года между каждым уровнем, но не все дети нормальные, в хорошем смысле этого слова, да. В зависимости от результатов, которые они показали на экзамене, следующий уровень у нас детки есть, проходят за год. Есть детки, проходят за 1.5. А есть кто проходят за 2.5 года и за 3, и это не важно. Почему не важно? Потому что цель наша не сдать экзамен, а цель получить качественный язык. Цель получить доказательство, что вы не зря платите деньги. Доказательство, что ребенок не зря тратит время, а мы не зря тратим свои усилия. Понимаете, не у многих в нашем городе есть этот сертификат, а у вас будет, да? Поэтому это не важно, как долго вы идете на следующий уровень. Главное, что вы на него придете, и вы его сможете доказать. Вот у нас, например, из 40 стартерс, которые сдали, да, у нас 20 человек приблизительно, да, мы отправили на А1 за год. Мы начали работать с ними за год, мы начали. Ну а там как получится, да, ничего нам не мешает, если мы не успеем за год, подготовить их за 1.5, ничего. То есть мы уже смотрим сами, как идут. Но я искренне желаю, чтобы все-таки вот это, к чему вы должны стремиться, и у вас есть все возможности получить этот уровень, занимаясь у нас. Что для этого нужно? Да? Просто водить к нам детей. Те, кто у нас занимаются, опять же, не дадут соврать. У нас нет домашних заданий. Мы за 1.5 часа успеваем прорабатывать материалы вдоль и поперек так, что нет необходимости ничего делать дома. Мы только просим их поиграть. У нас есть специальное мобильное приложение, это наш электронный словарь. Дети играют слова, ну, для вас скажу, наподобие Квизлета, да? Дети просто играют слова и повторяют, да? Вот, а что еще нужно? Вот сколько лет вы уже смотрите сами, да, в зависимости от того, куда вы хотите дойти. Что еще нужно? 1-2 года приготовить денежку, чтобы сдать экзамен, да? И еще что нужно? Купить учебники, соответственно, да, до того, как вы сдадите экзамен, до самого экзамена, за 3-4 месяца у нас добавляется 3-й раз в неделю. Соответственно, это тоже, мы вас заранее об этом предупредим, потому что это тот денечек, когда мы именно решаем пробники, мы решаем тесты и нарабатываем наш тайм-менеджмент, стратегии, скиллы и так далее. Вот. Вы знаете, как правило, после этих разговоров уже все, как бы родители готовы, они уже полностью убеждены, что им надо ходить именно к вам заниматься, да. Что еще помогает? Сейчас я буду переходить в такие детальки, то есть основной материал я вам сказала, как разговаривать с родителями, прям дословно возьмите и рекомендую вам прям дословно это все сказать, да. Что еще помогает их переубедить? Первое – это сравнение со спортом, с художкой, с музыкалкой, да. То есть это как будто вы ходите вот заниматься спортом, через определенное время вы получаете кандидата в спорт и такой-то степени, потом вы потихонечку идете на мастер спорта и так далее, да. Так же и у нас, постепенно, по ступенечкам. Или как вы ходите заниматься в музыкалку и в художку. Тоже потом вы сдаете экзамены и получаете, соответственно, корочку определенную, да. Так и в нашем клубе. Вы спокойно ходите, интересно занимаетесь, потому что у нас не школа, у нас не школа, у нас увлекательные, хорошие занятия, которые полностью адаптированы под возраст, под интерес детей. Они и в школе со временем подтягиваются, особенно те, кто слабый, да? У них шарики за ролики потом уже становятся на место все, потому что мы их все пробелы забиляем, да, и строим хорошую, классную базу. Поэтому если вы хотите, чтобы ребенок достиг успеха в жизни, а вы уже взрослые люди, вы понимаете, что сейчас без английского никуда, то вы правильно сделали свой выбор, что пришли к нам. И мы вам поможем вывести его, ну, если вы будете соблюдать вот это, вот это, вот это. Одно из важных условий, которые мы сразу ставим родителям, это 75%. Что это за 75%? Мы им говорим, что мы гарантируем вам результат, если вы посещаете наши занятия, не меньше 75%. И если текущие тесты, для коллег, я объясняю, это unit test, да, вы делаете тоже не менее 75%. Только в этом случае вы допускаетесь к экзаменам. Да? Вот это тоже такой как бы важный организационный момент, чтобы родители поняли ответственность тоже, не только с вашей стороны, как бы, но и с их стороны тоже. Так, что еще? Еще я использую такой трюк небольшой. Я приношу им handbook и приношу им sample papers, да, sample papers для young learners, и показываю им несколько заданий из уровня starters.
Я показываю им задание аудирования Part 1, там, где есть имена детей, и надо их совместить, да, я им даю это все послушать, у них уже глазки так открываются. Потом я показываю им задание Multiple Choice уровня Starters, там, где дети должны прочитать по-английски вопрос. И у них есть три варианта ответа, и в ответе, когда они слушают, попадаются все три картинки. То есть, если он послушал неправильно, он не сможет выбрать правильно картинку дальше, да? Потом я показываю часть reading and writing, там, где из текста убрали слова, да? И я им показываю, смотрите, текст про lizards, да? То есть, достаточно такой научно-художественный, но вы не переживайте, он очень такой вот адаптирован под возраст этих детей. Но слова, которых убрали, во-первых, их 8, а надо вставить 5, угадать не получится. Во-вторых, слова разной части речи. Здесь и глаголы, и существительные, и прилагательные. И надо по смыслу вставить правильные слова. И потом я им даю примеры на говорение. Да? То есть я открываю big poster и несколько вопросов, такие, которые экзаменатор спрашивает на английском языке. У родителей глаза такие вообще сразу. Раз, я им говорю, да-да-да, и это всего лишь уровень pre-A1. Чтобы вы не думали, что это ля-ля, что это все очень просто. Можете себе представить, какие задания идут дальше. Да? Это очень помогает тоже переубедить родителей, да? Так, что еще я не сказала вам? Так, ага. Так. Про сапожник без сапог мы тоже с вами уже говорили, да? Да, показываю, как выглядят кембриджские сертификаты, потому что у меня всегда есть парочка хотя бы своих или своих личных детей. Я пускаю, они у меня в рамочках, да. Я пускаю их по кругу, я показываю голограмму, я показываю номер сертификата и говорю о том, что они бессрочные. И я как работодатель, допустим, да, там, или по обмену студентов, там, я хочу, допустим, проверить сертификаты этого товарища, сомневаюсь, что Петя Иванов сдавал кембриджский экзамен, то я могу в Кембридж в определенный, я им показываю этот веб-сайт, зайти туда, послать официальный запрос по имени и номеру сертификата и получить официальный ответ, действительно ли он такой-то, такой-то сдавал кембриджский экзамен, да? Так, дальше я говорю о том, что в портфолио это абсолютно будет весомый документ, не лишний документ для портфолио. Иметь кембриджские сертификаты. И я им рассказываю пару случаев из своей жизни, своей практики, реальных детей, реальных людей, которые наверняка не знают, потому что, говорю, город у нас маленький, как им кембриджские сертификаты помогли поступить туда или сюда, да? Вот у нас, например, в СковГУ поступали детки, даже в Герцена поступали детки с этими сертификатами, потому что, когда они поступают, приемная комиссия, вот в Герцена, в Ломоносово, да, они являются такими же центрами по подготовке, как и мы, такого же уровня абсолютно. И они говорят, ваши градусы, баллы ЕГЭ, ОГЭ, это хорошо, а теперь дайте нам доказательство того, что вы знаете английский язык. И они требуют сертификат B2 кембриджский. B2, понимаешь? То есть все, пришел готовый кандидат, мы тебя взяли, ты молодец, умничка, да? Кроме того, сейчас очень большое достижение от Cambridge English Assessment, они здесь сделали работу огромную в Российской Федерации, что уже несколько лет к баллам ЕГЭ и ОГЭ за кембриджские сертификаты прибавляются баллы, дополнительные баллы, да? Это тоже, вы знаете, очень весомый аргумент для родителей, скажем так, да? Потому что все озабочены будущим ребенка. Вот. Кроме того, про баллы ЕГЭ и ОГЭ я начала рассказывать, да? Напомним им про навыки, да, про умения, про то, что это огромная помощь в подготовке к государственным экзаменам по английскому языку, потому что им не придется нанимать репетитора другого, да. Вы знаете, в Украине с этим здорово. Там, получается, кембриджские сертификаты идут вместо ЕГЭ и ОГЭ. То есть ты приносишь в 9 классе весной сертификат. Если обычная школа, то А2. В 11 классе B1 сертификат. Если это школа с углубленным изучением, то в 9 B1 ты приносишь, B2 ты приносишь в 11. И тебе ставят сразу максимальный балл, ну, там есть разболовка определенная, да, в зависимости от того, как сдал, как бы так, детенок, да, ставит, соответственно, вот балл уже сразу в аттестат. То есть ты убиваешь двух зайцев сразу. Не сдаешь государственный экзамен, сдаешь кембриджский экзамен. Вот, и вот так получается. Ну, пока в России у нас такого нет. Так, что еще? Что не всех под одну линеечку, вы помните, да? То есть по результатам экзамена уже мы смотрим, зайдем за год, за полтора, за два или больше, как бы, да? Это не важно.
Вот. Ну и что однозначно, конечно, это дает приоритет. Вы знаете, вот у нас такая ситуация тоже недавно была со спортсменами. Выбирали, кого на конференцию послать. На международную конференцию. Конечно, огромную роль сыграло то, что у ребенка был такой вот сертификат, как бы, да, кембриджский. Так, как проходит сам экзамен, да? То есть я родителям тоже об этом рассказываю. Как проходит сам экзамен? Я показываю фотографии, я показываю цветы, праздничное настроение, отзывы деток, отзывы родителей потом после экзамена, да, это тоже все очень помогает. Вот. Так. Еще вам, как руководителям, как учителям, да, если есть загвоздка в финансах, да, то есть если родители опасаются за оплату. Я говорю, что вот у нас маленький городок не с большими зарплатами, потому что это регион, и тем не менее люди, вот прям, говорю, даже обижаются, если они не сдают экзамен, да, готовы платить за него. Я всегда иду на уступки, да, то есть, во-первых, родители о том, что дети сдают экзамен, знают, вот в мае месяце, в конце года, я уже говорю всем, на следующий год, кто сдает, кто не сдает, да, кто сдает, сколько это будет стоить, и мы сразу договариваемся с ними, как мы будем оплачивать, потому что, как правило, родители любят на 2-3 платежа это делать, пожалуйста, у меня есть администратор, который это все ведет четко, денежка не потеряется. Вообще еще я знаю, что как вариант есть руководители, которые включают сразу стоимость экзамена в стоимость абонемента годового, да. То есть, как вариант, вы тоже можете это сделать. Я, например, отказалась от этого варианта, потому что получается, что наподобие как дети, во-первых, могут не дойти, но, говорю, в каждый момент что-то случается, да, не будут сдавать экзамен, как потом родители на это отреагируют, что-то мы платили, стоимость абонемента входила в сдачу экзамена, мы не сдали. Во-вторых, если это даже им, ну, как бы не объяснять, что это, почему в этом году абонемент стоит дороже у вас, допустим, то потом, когда они не сдают деньги на экзамен, they take it for granted, понимаете? Вы сами себя обесцениваете потом. Это я так почувствовала, да? То есть, когда люди не платят за экзамен, да, они потом его не так ценят почему-то, чем когда они его платят. Я думаю, что моя идея как бы здесь была ясна, да? Так, ну и вроде все рассказала. Давайте подведем итоги такие основные. Да, основные итоги правильного разговора с родителями. Мы им говорим о том, что экзамен – это не цель. Экзамен – это средство, доказательство владения языком и средство мотивации детей. То есть они четко видят, где они есть, куда им надо идти и по этим ступенечкам. Да? Кроме того, шагание по ступенечкам учит им больше навыков, больше стратегий. Я уже молчу о повышении как бы языкового уровня, да, то есть детки четко видят, где они, что им надо. Не забудьте подготовить буклеты, чтобы родителям потом дать, да. Не забудьте приготовить пример экзамена, то есть возьмите exam papers и покажите им. Шаблоны буклетов уже для нас готовых от Cambridge Assessment на русском языке для родителей я вам завтра прикреплю к этому посту. Вот, у меня, например, стоит распечатать один буклет 30 рублей, но оно того стоит однозначно, как бы, да, то есть не жалейте денег, это должно быть. Опять же, очень помогает свой личный пример, да, то есть когда вы принесете свой сертификат, своих деток сертификат, как бы, да, то есть что это действительно вот работает, да. Вот, для каждого родителя важна вот эта фраза, что мы все хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы, чтобы у них в жизни все получилось более успешно и более легко. И у вас есть сейчас такая уникальная возможность им это дать, да? То есть вот вы правильное место для них выбрали, вы правильно сделали, что вы их сюда привели, как бы, да? Они учатся у нас не только английскому языку, они учатся важным навыкам, они учатся быть успешными потихонечку, да? И, конечно, кембриджский сертификат и знание английского языка им однозначно откроет мир, откроет широкие двери в будущее, как бы, да? Вот, поэтому он не будет никогда лишним. Вы-то уже взрослые, вы-то уже знаете, что в наше современное время без английского никуда. Перевод со словарем больше не катит. Поэтому однозначно, имея кембриджский сертификат, ребенок большего добьется в жизни. Не говоря уже о освоенном, качественном, реальном, настоящем английском языке. Вот. Ну что ж, вот и все мои основные моменты разговора с родителями. Проштудируйте еще разочек, возможно, вы найдите какие-то свои лучшие слова, как бы, да, влияние, как бы так, на сознание родителей.
Ну, говорю, мне вот помогает, вот то, что я вам сейчас рассказала, как бы мне однозначно как бы помогает. Говорю, мои собственные дети, дети моих преподавателей, которые работают, да. И потом, после экзамена, да, когда идет вручение сертификатов, это должен быть вау, ура, парти. Ни в коем случае не жалейте на нее денег. Приготовьте угощение детям, родителям. Пошите эти кембриджские костюмы. Если хотите узнать, где их пошить, я вам скину адресочек, тоже мне одна моя знакомая из группы Cambridge Teacher подсказала, как, где это найти. Мы пошили, и это просто, мы сделали баннер шикарный. На этом фоне мы фотографировали родителей, мы фотографировали детей в этих кембриджских шапочках и мантиях, и все это. И везде потом, две недели после каждого кембриджского приема, две недели потом все, весь ВК-лента, вся ВК-лента у нас забита нашими фотографиями. И с каждым кембриджским приемом новые звонки. Мы хотим к вам, мы хотим тоже эти экзамены, мы хотим это все. Я вот очень расстроила родителей со вчерашнего дня, продолжаю расстраивать родителей со вчерашнего дня. И сказала, все, sorry, мы не резиновые, мы больше принять детей не сможем. Ни в этом году и вряд ли в следующем. И люди прям еще это больше, но это правда, это истинная правда. И я прекратила набор, закрыла. Вот, потому что больше мы не сможем никого принять. Дай Бог, чтобы мы этих же детей смогли вывести как бы уже и на следующий год к нам как-то, да, гарантированно. Вот. Так что общайтесь с родителями, обязательно доносите до них эту информацию, не торопитесь. Я понимаю, что нам всем очень хочется, чтобы это было быстро-быстро и много-много кандидатов. Я напомню свою историю. В первый год, когда я приехала в Российскую Федерацию, я начала двигать это дело здесь, в нашем городке, потому что у меня сын уже готовился к экзамену Movers, Манюнька готовилась на Starters, и я искала людей им в группы, да, чтобы, ну, я же понимаю, что язык общения, что нужна мини-группа для динамики, как бы так, в освоении языка, да, и я вот с каждым родителем общалась, с каждым родителем эту политику партии, как я ее называю, проводила, и люди поверили в меня, и через 2 года мы уже сдали. Нам пришлось ехать в Санкт-Петербург, у нас было 8 всего деток, все сдали максимальный балл, сразу тогда мы попали в тот год, где уже был меморандум и так далее. На следующий год уже у нас было 24 кандидата, на третий год у нас было 40 с копейками, и все, и полетело. То есть главное вот эти 2-3 года выждать, да, то есть пусть это будет 5 кандидатов, 2 кандидата, 10 кандидатов, неважно, главное начать. Когда они получат эти сертификаты, раструбить на всю Ивановскую, да, а вот такой вот у нас уникальный, вот такой вот здоровский, не просто знает английский язык, но также имеет международные сертификаты. У нас учителя международного уровня, потому что они готовят к международным экзаменам, да. Раструбить, где это только можно и как это только можно вообще. Вот, и все. И сейчас вот у нас ежегодно около 100 детей, 100 с копейками, как бы сдают кембриджские экзамены в нашем городке, где 80 тысяч населения, да. То есть это 2 сессии по 50 человек, грубо говоря, мы делаем. Вот, как вам, как преподавателям, я уже много об этом рассказывала, что это даст вам, как преподавателям, да, поэтому сейчас я уже повторяться не буду. Если вы хотите помощь, если вам нужна помощь и support, как бы, о том, как готовить к определенному кембриджскому экзамену, не забывайте про мой онлайн-курс для учителей, он как раз-таки написан по всем новым форматам, да, потому что раз вы дали родителям обещание, вы должны его выполнить. Однозначно, да? Ну что ж, спасибо большое за то, что были со мной сегодня. Спасибо за ваши интересные вопросы. Спасибо за ваше активное участие. И успехов вам, дорогие коллеги, мои, успехов. Мы с вами встречаемся в следующий четверг на вопрос-совет номер 4. До свидания, приятного дня.